Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Ну, сегодня у меня такое маленькое видео. В общем, как вы знаете, я сделала бариатрическую операцию. Прошло полгода. Я грубо похудела уже 35 килограмм. Ну, теперь уже 35, уже больше 6. Вот, ну и пришла пора, что мне надо покупать уже какие-то вещи. Ну, потому что все становится такое большое. И вот, что я хочу сказать. Вчера мы ездили в TJ Maxx. Здесь, в Америке. Ну, мы поехали это, собственно, по другому поводу. Надо было там внучке что-то подкупить для школы, все мало стало. Ну, естественно, добрались тогда бесплатного, и себе там нахапали, и внучки, и дочки, и, в общем, ну, короче, немножечко подкупились. Ну, я как бы неслыханно довольна, но мне что там понравилось, там, получается, брендовые вещи, там, ну, допустим, Томми Хильфигер, как его там, Ральф Лорен и там другие, всякие разные, там Кельвин Кляйн и все такое, ну, полно там всякие бренды. И как бы, ну, а цены уже такие, как бы сказать, скидочные. Вот. Ну, и мы, значит, приехали там, давай выбирать, то есть все. И я себе, короче, нашла несколько вещей. Ну и вот я хотела сделать вам примерочку. То, что я себе приобрела. Но заодно вы увидите, как я сейчас выгляжу. И, может быть, даже я вставлю фоточку, как я была перед операцией. У меня, по-моему, здесь с собой есть. Вот на телефоне. И вот. Ну и заодно, как бы, ну, похвастаюсь, что я купила, и буду как бы так рассказывать. Ну, например, вот я сейчас сижу, это у меня типа спортивный костюмчик. Ну, сейчас я вам покажу. Этот спортивный костюмчик я уже 2 года не носила. Но сейчас штаны просто огромные стали, а кофточка как бы тоже такая свободная. Я уже их не носила 2 года, потому что, ну, даже вот так соберусь, одену, ой, все, в обтяжку руки обтянула, живот еле застегивался, конечно, потому что это трикотаж. Но факт тот, что уже как-то мне было тесно, а я не люблю, когда тесно. Ну, прям вот, ну, не люблю. Мне надо, чтобы все было свободненько, так вот, все. Ну и вот, а сейчас вот уже, ну, пожалуйста, ношу. Все, отлично. Ну вот, о, вот, ребят, смотрите, заодно вам показываю. Смотрите, какая золотая осень. Вот специально мы даже сейчас дека не убираем, вот чтобы вот насладиться вот яркостью красок. Ну, сейчас вот еще несколько дней, и, конечно, мы все это уберем здесь и все, но прям вот просто вот выхожу и любуюсь, даже фотки наделала. Ну, ладно, ребят, все, пойду, значит, дальше снимать видео, и дальше будет примерочка. Ну, вот так я выгляжу, ребят, сейчас. Вот я говорила про эту кофточку от спортивного костюма, которая, ну, сейчас видите, как прям свободненько мне. Вот. Ну, объемы, конечно, ушли. Ну, не до конца, ребят. Еще у меня 30 килограмм
лишних. Ну ладно, давайте приступим к примерке. Ну, начну я, допустим, с кофточки. Купила одну кофточку. Купила вот такую кофточку. Кофточка Донна Каран Нью-Йорк. Заплатила за нее $35. А изначально она стоила, по-моему, 68. Ну, ребят, сами видите, живот еще не весь ушел. Объемы уходят, но почему-то не с живота. А, вот. И у меня тут, знаете, освещение, у меня просто другого зеркала нет. И вот это вот, видите, на мне вот эти вот, это от входной двери, ну, какие-то там переливы. Ну, вот так, наверное, надо встать. Ну, вот такая кофточка, конечно. Ну, не знаю, нравится вам или не нравится, но вот я ее себе купила. Думаю, сейчас буду носить, хотя у меня на сейчас есть. Или вообще не знаю, может, она мне большевата. Но только вот сейчас носить. Может быть, весной она мне уже даже будет большевата. Ну, вообще, живот уйдет, не уйдет, не знаю. Ну, вот так, короче. Вот так. Угу. Вот такая кофточка. Ну, ребят, купила еще вот такой кардиганчик. На весну, на осень. Очень он мне понравился. Мягкий, такой приятный к телу. Кармашки. Ну, еще как бы, нет, он, конечно, там сходится, натягивается на меня, но вы не забывайте, я же еще худею. И вот такой классический. Классический. Так вот, ага, повернулась, наверное, ни черта не видно. Вот не вижу, но туда не смотрю. Так, значит, я его купила за $30. Ну, а он стоил 40. Ну, не сильно большая скидка. Но купила. Мне он понравился. Я его купила. Думала носить осенью, весной. Осенью я не знаю. Но здесь я еще могу его поносить. Здесь тепло. А пока я приеду в Алмату, пройдет еще месяц. И уже, наверное, будет в нем холодно. Но факт то, что купила. Вот такой вот. Вот такие мои объемы. Скажете, еще толстая корова, да? Ну, может, оно так на самом деле есть. Но если учесть, какая я была, то уже я довольна. Еще, ребят, купила вот такие стрейч-волосины. Ну, я трое купила разных. Потому что что-то так оказалось, что все мне штаны стали большие, и все уже как это шаровары на мне висят. А вот эти вот, они не лосины, они, ну, сильно такие стречевые, очень плотные, от какой-то компании Философи, по-моему. Ну и как я перевела, 17 стоят долларов. Вот. И даже я купила размер 1X. Раньше бы, наверное, в 3 не влезла. А сейчас 1X, потому что я померила 2X. Такие же взяла. Они мне как бы, ну, в принципе, еще нормально, но уже вот здесь вот как-то будут сбаривать. И вот купила себе. Вот, чему не сказано рада. $17. Ой, что же это делать-то на наше? Ну, не сказать, что дешево. Нормально. Но зато качество обалденно. Очень плотные. Ну, как бы не с китайского сайта. По-моему, хотя вот эта компания Философи, это, кстати, по-моему, даже китайская. Ну, если мы покупаем там на Алиэкспресс часто такие тонкие, то эти хорошие. Ну ладно, что-то я заговорилась. Так, это вот одни. Еще, ребят, я себе купила такую легкую курточку. Это вот как, знаете, как трикотажная такая кофта плотная, да, с карманами. Какая-то компания Кини взяла за $50. А стоила она 65. Вот так.
Вот капюшон, сзади такая баллонька. Я взяла ее, знаете почему? Размер 2XL. Был XL, был 3XL, я взяла 2XL. Ну, вот она сейчас мне как раз. Так, ну, знаете, как я вам сказала, не люблю сильно вещи в обтяжку. Ну, конечно, большие они тоже не красят. Получается, я взяла по размеру. 2XL сейчас ходить, ну, не знаю, скромненько, конечно, да? Но мне нравится. Не люблю сильно яркое. Я вообще обожаю черный цвет. Это мой любимый. Цвет настроения черный. Нет, цвет настроения у меня красный. Вот. Ну, песня «Цвет настроения черный», да? Ну, вот так, ребят. Вот такая. Здесь на кнопочках и на замочке. Ну вот, ребят, купила себе еще такую куртку. У меня, конечно, на зиму есть шубка. 2 года не носила, она мне стала мала в рукавах, и все, норковая, короткая вот такая. Но в этом году, конечно, она мне будет хорошо, отлично просто. Но я купила куртку. Мы с папулей часто ездим на базар. И вот так в машине. Вот, видите, кстати, компания Michael Kors, да? Да, стоило 190, сейчас 80. Вот, размер 2XL, баллонька на синтепончике. Вот здесь вот, ребят, с боков такие вот трикотажные вставочки, тянущиеся. Курточка тепленькая. Я не знаю, на чем она, на синтепоне. Эх, жалко, внутри кармана нет. Ну ладно, зато здесь, я не знаю, это не обманка. Нет, не обманка, это карман. Вот здесь тоже карманы. Так что с карманчиками. Я вообще люблю с карманчиками. Вот так. С капюшоном. И, кстати, вот еще одни штанишки. Это как бы больше брючками. Эти такое, как бы, не очень такой плотный, но и не тонкий. Ну, такие, знаете, прям легенькие, такие прям, ноги прям спят. Типа брючишки, я не знаю, будут ли коленки вытягиваться. Но стирать надо чаще. Вот. Вот так, сейчас застегнусь, покажу, как она выглядит. Вот я застегнулась. Вот так, простенько. Опять черный цвет, скажете, штаны. Ну, были там всякие штаны коричневые, цветные. И какие-то кофты были, и красные, и... Ну, не нравятся они мне, не нравятся. Вот понимаете, что делать? Ну, не нравятся. Не люблю я. И как-то мне не идут. Мне не все цвета идут. Мне идет горчичный. Есть, которые идут, меня освежают. Вот. Вот так. Еще я купила еще одни штанишки. Спортивные. Ну и, ребят, последняя моя покупка. Это вот такие спортивные штанишки. Вот. Очень прям, знаете, вот тело прям в них спит. Спит. Сделаны брючками. И вот такие лампасы. Ну, не лампасы, вот что-то сверху как наклеено. Стоят тоже... А, стоят $13. Ну, правда, они стоили 17. Ну, халява священна, надо брать. Вот, поэтому даже ни об одной покупочке я не жалею, не сомневаюсь. Ничего менять не буду, хотя мне нравится, знаете, здесь что? По-моему, в течение 90 дней ты можешь это вернуть. Ну, чек, конечно, мы сохранили. Ну, что-то померили, и возвращать нечего. Ребята, еще вот одна такая вот курточка. Ну, без застежки, просто как на запах. Сделана вариант под косуху. Мне, конечно, маловато. И в рукавах, видите, жмет. Но я еще меряю на эту куртку. Но я что-то мне показалось, что мне этот стиль идет, да? Ну,
Ладно, отдала дочке. Это искусственная такая как бы кожа, велюрчик. Ну, что-то стоит она недорого, да? Сколько она тут стоит? Есть тут цена? Ну, не помню, сколько она там стоит. Но мне показалось, что мне этот стиль идет. Такая современная тетка. Ну, еще похудею чуть-чуть. Ну, и мы условились с ней. Так, поносишь и мне отдашь. Вот. Мне и так за ней вещей миллион донашивать. Ну, вот так, ребят. Все. Вот. Итоги моих покупок. Итоги бариатрической операции. 35 минус. Худеем дальше. Вот. Стройнеем. Вот так, ребят. Все. Первые покупки пошли. Пока-пока.